Ну что ж, здравствуйте, пацаны и пацанессы. Сегодня у нас будет целых два замечательных бага. Оба этих бага используют механику новых временных зон, а также используют Брута. Соответственно, нам нужно найти оного. Берем, например, вот такого, как у меня, и тащим его к закусочной. Все, что нам нужно, это поставить его таким вот образом, как я его вам показал. Чтобы вы понимали механику бага, все, что вам нужно, вас выкидывает за зону. В зоне происходит тако тайм. Во время тако тайм вы неуязвимы, вам восстанавливается здоровье, но вы при этом танцуете. Соответственно, все, что вам нужно сделать, это залезть в меху в момент, в котором я вам скажу. Чтобы вам было проще, музыка тако тайма, которая предвещает тако тайм, разделена на такое та-да, та-да. И вот вам нужно примерно в пятый момент залезть. Вот пройдет это та-да, та-да, и вы нажимаете букву Е. В этот момент тако тайм срабатывает, вас выкидывает за пределы Брута, и вы продолжаете танцевать. И если вы продолжили танцевать за пределами зоны, значит баг удался. Как видите, у меня все получилось, я могу строиться. Единственное, что я могу вам сказать, не стоит использовать ховерборд. Во время езды на ховерборде, во время полета на ховерборде, у вас попросту отменится этот баг, и он больше не будет срабатывать. Поэтому задумайтесь об этом. Так, следующий баг с Брутом и временной зоной я вам показывать не собирался. Он должен был выйти в предыдущем ролике про лайфхаки, но я решил, что Epic Games его исправили. Так как оказалось просто очень и очень сложно его сделать. Нужно ловить очень мельчайшие тайминги, и поэтому сегодня я вам все-таки покажу этот метод. Возможно, вы его уже видели, если видели, как бы, ну, сорян, но в целом баг весьма-весьма забавный. Так, пацаны и пацанессы, если вы досмотрели до этого момента, значит вы этот баг еще не видели. Все, что нам нужно, это, соответственно, Брут. Их тут, ну, куча валяются на карте, вон, видите, в этот раз у меня их аж, еб твою мать, 7 штук. Так, нам нужно расположить его таким образом, чтобы он едва выходил из зоны. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда мы будем выходить из Брута, нас выкидывало за зону. Давайте вот встанем как-нибудь вот так. Вот прям носочек видно такой. Отлично. Так, теперь нам нужно, как вы видите, мы можем превратиться, например, в камыш, выйти из зоны. Видите, мы можем приседать. Если мы зайдем присев сюда, мы превратимся вот в стул. Все, что нам нужно, это одновременно нажимать сесть и Ctrl. И если вы поймаете правильный тайминг, вас выкинет за пределы зоны, и вы сможете превращаться в любой предмет, соответственно. Пробуем. Если что, не пугайтесь, если вы не можете превращаться, вы делаете все правильно. Главное поймать вот этот тайминг. Он очень и очень тонкий, поэтому может получиться далеко не с первого раза. Получилось. Смотрите, я за пределами зоны, и я могу превращаться. Вот. Как видите, у меня получилось буквально раза, ну не знаю, с 20-го. Все, что я делал, это одновременно пытался нажать кнопочку сесть и кнопочку присесть. Вот такие вот дела. То есть, теперь я могу превращаться, вот, соответственно, в любые объекты.
за пределами этой зоны, что весьма и весьма читерно. То есть, ребята, я тут как бы это зашел в дашборд поддержки автора и удивился. Количество роликов увеличилось, качество роликов увеличилось, просмотры, ваши лайки, все увеличилось, а вот количество поддержавших меня значительно уменьшилось. Непорядок. Пацаны, топ-тек, топ-кек. Подписываемся, ставим лайки, скоро выйдет видос про то, что было во втором сезоне. Вы уже набрали достаточно большое количество лайков, там даже половину больше, чем я просил. И поток лайков не иссякает, поэтому ожидайте. На днях я сделаю видео про второй сезон, но... Пацаны, топ-тек, топ-кек, ну, вводим, ага.